Насосная станция «Джельтибес» была введена в эксплуатацию еще полвека назад. Однако капитального ремонта здесь не проводилось ни разу. Основные части насосной станции были изношены и находились под угрозой выхода из строя. Специалисты предупреждали, что если авария совпадет с сезоном подачи воды, то это будет большим ударом для фермеров. Насосная станция фактически вышла из строя. Винты между стыками уже прогнили. Все сняли, чтобы полностью заменить на новое. Собираемся установить дополнительные запасные двигатели. В прошлом году на насосной станции произошел разрыв водопровода, в результате чего возникли проблемы с подачей воды на насосную станцию «Джельтибес-2» в верхней зоне. Трубы настолько были изношены, что не смогли выдержать напора воды. Сейчас идет работа по обновлению 40-метровой трубы. Всю работу делаем сами, чтобы сэкономить. На сварочные работы нанимаем опытных профессионалов. Сейчас выкапываем старые трубы. Эта насосная станция «Джельтибес» обеспечивает водой более 2500 гектаров земли. На ее капитальный ремонт будет направлено 8 миллионов сомов. Всего в Аксайском районе 13 малых и крупных насосных станций. Эти ирригационные сооружения обеспечивают водой около 9000 крестьянских хозяйств в этом районе. Районная служба водоснабжения определила насосные станции, нуждающиеся в ремонте, и направила запрос на 24 миллиона сомов в Государственное агентство водных ресурсов. Вера Черникова, Джибек Капарбекова, Усмон Уламсадыр Улу, Алмаз Сатаров, Алатау 24, Джалабад.